Так, Делириус, твоя остановка. Мы на месте, выходи. О, спасибо. Ладно, чувак, созвонимся потом. Это шоу Хоромы на MTV, чувак. Меня зовут H2O Delirious, и я хочу приветствовать вас в моих хоромах. Чувак, это убийственное место. Да, это офигенно. Зацени, это моя дрочильня. Здесь происходит вся магия. Я бы, конечно, мог показать, как эта магия творится, но там места для двоих не хватит. Довольно симпатичное кресло. Да, это кресло досталось мне от бомжа, который помер на той неделе. Ничего такое винтажное. Ага, видишь эти коробки? Здесь я гажу, короче. А зачем здесь эта вафельница? Ну, иногда я делаю здесь шоколадные вафли. А тут моя кухня. О, это кухня? Да, ну тут пока только стол. Прикольно, выглядит точь-в-точь как дрочильня. А здесь у меня мой транспорт. О, это твой железный конь. Ага, он самый. Блин, зацените эту шнягу, чуваки. Look at those rims, man. Да пошло оно все! Итак, чуваки, вы увидели мою дрочильню, мою вафельницу и моего железного коня. А теперь валите, потому что я опаздываю на поезд. Всем пиз! Надо замутить что-нибудь эпичное. Эй, что происходит? Я подцеплю грузовик, а Вена запрыгнет в него. Да, это невозможно. Сейчас вы охренеете! Я подъезжаю. Я приземлюсь в кузове. Да, я сделал это. Да ну нафиг! Да, с первой попытки. С первой попытки! Этого не может быть! Ты это сделал! Как ты там сказал, Делириус, это невозможно? Да, чертов поезд приближается! О нет, о нет! Оу! О боже! Приземляйся на поезд! Пири-пири, огурцовый автобус! Cucumber bus. Cucumber bus. Cucumber bus. Cucumber bus. Хреновая песенка получается. Все будет нормально. Все будет нормально, потому что у меня в руке сосиска. В натуре это похоже на сосиску. Не волнуйтесь, парни, я взял еду, мы сможем сделать хот-доги. Следите за моей рукой. Давайте попробуем другую анимацию. Да, это лучше. Оу, я вижу его. О, черт! Парни, все будет нормально! Ну ладно, не все будет нормально. Да, я собираюсь помыть тачку. Она уже вся в грязи, фу! Давайте, потрите ее тряпочками, девчонки. Вот так. Как там проходит мойка машины, дружище? Все ништяк! А, какого черта? Я жив, я все еще жив. Я не могу пошевелиться. Ты в тачке, она взорвалась? Да! Я не могу вылезти из машины. Давайте, двигайтесь уже. Не задерживайте очередь. О, я выбрался! Чувак, я не могу застрелить тебя! У тебя ничего не получится! Что за хрень? Я бессмертный! Но я не могу повернуться, не могу ходить! Хватит стрелять мне в лицо! Помогите! Умри! О, я убил его! Ах ты сучка! А нет, он просто упал! Ты сучонок! Хватит бить меня! Прекрати! Просто умри, чтоб тебя! Погоди, погоди, переходим на новый уровень. О, черт, о, черт! О, мой бог! Я горю! Ты горишь в автомойке? Это самая нелепая смерть! Умри, Делириус, просто умри! Только через мой труп! Он продолжает вставать!
Я никогда не умру, Венос! Смотри на него! Смотри! У вас ничего не получится! Деливиус никогда не сдается! Тогда мы поиграем с тобой в пинг-понг! Окей. Оставьте меня в покое! Нет! О, черт! Ну вы и мудаки! Эй, видишь этого парня? Он ест пончик. Он ест пончик. Этот чувак ест пончик. Ты чё, проголодался? Я хочу пончик. Чё, прям так сильно проголодался? Посмотри на этот пончик. Такой вкусный. Да чё ты прикопался к нему? Да просто этот чувак жрет его уже 5 минут. Он бесконечный. Я должен получить этот пончик. Я должен получить его. Похоже, он с сыром. Я не люблю сыр, но пофиг, я так голоден. Погоди, погоди, кажется, он что-то заподозрил. О, чёрт! Он ограбил тебя! Чего? Этот чувак ограбил тебя! Ты чё, блин, серьезно? Да! О, чёрт, он здесь, он смывается! Я должен поймать его! Он уплывает! Куда он делся? Он забрал деньги и пончик! Твою ж за ногу! А ну верни мне мой пончик и мои деньги! Давай, напинай ему! Куда же ты? Куда же ты? Попался, сучка! Побежи-ка тут! Спасибо за деньги! Ха-ха, я забрал их! Где мой пончик? Пофиг на деньги, отдай мне пончик! Эй, Луи, угадай, что в этом грузовике? Бездомные люди! Нет, это какашки! Это большая куча какашек! Ой, фу! Да, целый грузовик говнеца! А почему она шевелится? А, черт! О, боже, наконец-то я выбрался оттуда! Пошел ты!